Камчатский кукольный театр на 250 зрительских мест должен открыться в 2020 году. Первый этап строительства объекта завершен. Об этом краевые власти доложили депутатам ЗАГС Собрания региона на заседании профильного комитета, сообщил вице-спикер камчатского парламента Борис Чуев. Депутат подчеркнул, что средства на строительство театра предусмотрены как в 2018, так и в два последующих года. Ожидается, что новое здание кукольного театра станет настоящим украшением краевой столицы.